Hi guys! Сегодня в программе «Украина 2022». Для граждан Украины новости с миграционной службы Канады. Упрощенная выдача разрешения на работу в Канаде. Нужна ли вакцинация? Беженство. С вами канал Айркан ТВ. Я его ведущий Айрат Мукаш. Поехали! Молодцы, американец! Канадец! Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады 3 марта 2022 года выпустило пресс-релиз с обновлениями для граждан Украины. Первое. Входят новые иммиграционные потоки, immigration streams, для граждан Украины. Детали министерства обнародуют через 2 недели. Второе. Создают Canada Ukraine Authorized for Emergency Travel. Экстренное разрешение на въезд в Канаду для граждан Украины. Говорят, что это будет самый быстрый способ приехать в Канаду, как турист. Нет ограничений по количеству таких разрешений, будь то брат, сестра, мама, бабушка, дедушка и так далее. Можно будет находиться в Канаде до 2 лет. Тем временем призывают подаваться на все программы иммиграции, заявки будут в приоритете. Третье. Хотят вести специальную программу спонсирования ближайших родственников, супруги, детей, родителей для постоянных резидентов Канады. И хотят уменьшить шкалу финансирования. Четвертое. Если загранпаспорт просрочен или у детей нет паспорта, выдают одноразовое разрешение на въезд в Канаду. Детское разрешение вклеивают в паспорт родителей. Большинство документов выпускают в течение 24 часов. Релиз, ссылка в описании. Как сообщилось ранее, будут выдавать открытое разрешение на работу, так называемый Open Work Permit, всем гражданам Украины, кто находится в Канаде по туристическим, студенческим и временным рабочим. Подмечу, что без разрешения Work Permit работать нельзя. Или считается, если человек работает, это нелегально. Работает он за наличный расчет, то есть это нелегально. Также отменили государственный сбор за визы, канадские паспорта, PR-карты. Вернее, оплачивать нужно, но его вернут на ту же карту, чем было оплачено. Если вы уже подали заявку на какую-либо визу или программу иммиграции, вы можете также, скажем, ускорить ее рассмотрение. Необходимо отправить запрос на уточнение информации через специальный веб-форм, ссылка в описании, и указать ключевое слово «Ukraine2022» в своем запросе. Данные правила не распространяются на граждан РФ. По прививкам разрешают въезжать с любыми прививками и без них для граждан Украины. Для этого нужен ПЦР-тест с отрицательным результатом. По приезду нужно будет отсидеть карантин около 8-10 дней. Как я говорил ранее, есть разные программы, по которым вы можете уехать и жить в Канаде. Например, студенческая виза, например, северноатлантическая или entry, или спонсорство родителей, или беженство. Выбор остается за вами. Но, знаете, лучше всего, конечно, проконсультироваться у иммиграционного консультанта. И, как говорит Библия, при множестве совещаний веди войну. Берегите себя, берегите своих близких и дай Бог, чтобы у вас все получилось.